Время говорить о самом важном и актуальном. Здравствуйте, в эфире программа Prime Time и я ее ведущая Елена Байрамова. Как городские службы справляются с последствиями непогоды? Об этом мы поговорим с директором муниципального бюджетного учреждения «Город» Антоном Гуминым. Антон Владимирович, я приветствую вас в нашей студии. Прошлой ночью на Крым, в частности Симферополь, обрушилась стихия. Как город пережил очередной удар стихии? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Действительно, прошлым вечером обрушилась стихия на наш город. Всю ночь она бушевала. Был штормовой ветер, был проливной дождь. Такая погода у нас началась, если взять хронологию, со второй половины вчерашнего дня и по нарастающей ночью, наверное, мы вышли на пик. То есть с вечера у нас начали массово падать деревья по городу. Не только деревья, падали деревья, столбы электропередач, дорожные знаки, обрывались линии электропередач в связи с падением. Ночью две бригады, дежурные восстановительные бригады МБУ «Город», были на линии, также 6 единиц техники. Максимально с нашими коллегами взаимодействовали, также с аварийными бригадами «Крымэнерго», «Крымтроллейбуса». Максимально по городу только успевали распиливать и очищать проездные пути, чтобы не было у нас заторов общественного транспорта, чтобы не остановился трафик в городе Симферополе. С наступлением утра, в 6 утра, все основные силы МБУ «Город» — это порядка 300 человек личного состава, 40 единиц техники были выведены на улицы для устранения последствий штормового ветра данной непогоды в городе Симферополе. Слава Богу, нам погода позволила, утром нам дала днем передышку, то есть у нас была безветренная солнечная погода, которая нам позволила усердно поработать. В целом, за прошедшие сутки с предприятием МБУ «Город» отработано порядка 50 заявок, распилено и вывезено 42 упавших дерева. Для объема, чтобы понимать, это более 100 метров кубических древесины порубочных остатков. Плюс смежные наши отделы, сотрудники со смежных отделов, была акцентирована работа на прочистке сетей ливневой канализации. Потому что штормовое предупреждение МЧС нам продлило на ближайшие сутки штормовые осадки. Поэтому максимально чистили ливневую канализацию, освобождали лотки ливневой канализации, что в случае выпадания обильных осадков избежать подтопления в городе Симферополе. Какие районы крымской столицы больше всего пострадали во время непогоды? Вы знаете, наверное, нельзя выделить какие-то районы особенно. Весь город был охвачен непогодой. Абсолютно география падающих деревьев, да, скажем так, это был охвачен весь город. Это центр города у нас, улица Гоголя, улица Красноармейская, улица Евпаторийская, Ким, Москалева, Беспалова, Мотозалки. Можно перечислять бесчисленно. Я говорю, у нас порядка 50 заявок. Это только сотрудники нашего предприятия, которые отработали и вывезли. Также, повторюсь, и Крымспас МЧСовский был задействован, и Крымтроллейбус, и Крымэнерго, аварийно-восстановительные бригады. Все на линии работали, мы ночью их встречали. Поэтому количество упавших деревьев было просто неимоверное. На сегодняшний день, на данную минуту, все же продолжается еще ликвидация. Да? Хватает ли людей для устранения последствий стихии? Да, мы, наверное, в штатном режиме справляемся. Если такой ветер не повторится сегодня ночью, мы буквально за день, максимум два, вычистим, вывезем все порубочные остатки, все упавшие деревья и постараемся убрать мусор, который остался после данной непогоды. Есть ли данные, сколько автомобилей пострадало в Симферополе? Около десятка. Около десятка автомобилей пострадало в связи с падениями деревьев, упавшими ветвями. Мы сами вчера ночью как бы чуть не стали жертвами такого падения дерева. То есть ликвидировав на набережной, распилив одно из дерев, где упало также на автомобиль дерево, уже выезжали с аварийной бригадой с набережной, буквально перед нашим автомобилем также упало дерево. Поэтому это непредсказуемо было, нельзя, не зря говорят МЧС, когда дают штормовое предупреждение, рекомендуют оставаться дома, на личном автотранспорте не выезжать, поэтому не оставлять его под деревьями, под рекламными щитами, под всякими конструкциями.
Что делать владельцам автомобилей, которые пострадали во время непогоды? Куда обращаться? Возможна ли компенсация? Ну, наверняка возможно. Я не специалист в юридической отрасли. Наверняка возможно, но страховые компании, насколько я знаю, что страховые компании компенсируют возмещение ущерба. Все службы работали в связке, правильно? Насколько помогло то, что оперативно все среагировали? Ну да, это очень важная слаженная работа, потому что за 15 заявок, поступивших к нам за ночь, 3 из них мы передали коллегам из Крымспаса. То есть у них все же имеется в наличии более существенная техника, более тяжелая, способная справиться. Они заточены именно профессиональные спасатели. Мы, наверное, все же больше коммунальщики, поэтому взаимодействие было полное. Сейчас уже практически на пороге зима, завтра 1 декабря. Насколько предприятие готово к похолоданию, к снегопадам и морозам? Готовность к осенне-зимнему периоду мы на предприятии закончили уже 2 недели назад. Как говорят, поговорка «готовь сани летом», так и у нас на предприятии с августа месяца усиленными темпами велась подготовка всей техники. Это проведение плановых ТО, осмотры, переоборудование коммунально-дорожных машин с летнего на зимнее содержание. То есть мы снимали на наших КДМках, снимали емкостя, которые задействованы летом в поливе зеленых насаждений, и также мы улицы ими моем. На них установили бункеры для реагента, устанавливаются отвалы специальные. Поэтому у нас имеется 12 специализированных коммунальных дорожных машин, плюс десяток техники, это трактора, мини-трактора, которые тоже с помощью навесного специализированного оборудования выходят в случае непогоды, в случае обильных осадков, на устранение снежных заносов. Также на складе предприятия создан запас реагентов противогололедных смесей. У нас на сегодняшний день порядка 200 тонн на складе. Проведена закупка более 1000 тонн. В ближайшее время, в декабре, мы получим его на склад. Поэтому все имеющиеся ресурсы предприятия МБУ «Город», они мобилизированы, они подготовлены, проверены и в случае необходимости готовы выйти на борьбу со скользкостью, снежными заносами. Насколько этой противогололедной смеси хватит на всю зиму? Да, по нашим запасам, по нашим наблюдениям, этого объема нам хватит с запасом спокойно, чтобы пройти зимний период содержания. Согласно показаниям синоптиков, у нас в среднем по году это 15 дней зимней скользкости и обильных снегопадов. Поэтому из этого расчета делаются запасы. То есть смеси хватит, можете не переживать. Мы также установили дополнительно, как и в прошлом году, 247 боксов специализированных по всему городу. Это у нас остановки общественного транспорта, это места скопления людей, набережная, тротуары, центр города, в которые по надобности, по времени, когда мы мониторим, когда будут минусовые температуры и будут наблюдаться осадки, мы завезем туда специально реагенты наши, загрузим, и наши уборщики территорий также само выйдут на улицы, только уже не подметать их, а расчищать снег, посыпать тротуары, посыпать остановки, чтобы утром и вечером люди, добираясь на работу, с работы по своим делам, могли беспрепятственно, менее травмоопасно добираться по своим делам. Как на предприятии высчитывают, сколько противогололедной смеси необходимо на зиму? Я вам скажу, четкой формулы нет. Есть наблюдение нескольких лет работы. Мы понимаем, сколько у нас расходовалось. У нас прошлая зима была самая такая, наверное, обильная за последние 3-4 года. У нас были обильные снегопады. У нас дважды были осадки. Месячная норма выпадала за сутки. Это именно то, что кратковременное и такое количество выпадания осадков очень осложняет нам работу, что нужно очень быстро, в кратчайшие сроки максимально расчистить. Но учитывая вот этот опыт, создается запас реагента, поэтому не переживайте, реагента хватает. Хватает ли людей для того, чтобы обрабатывать территории между дворами многоэтажных домов?
МБУ «Город» не работает во дворах, междворовых проходах. Наша зона ответственности, зона обслуживания – это улично-дорожная сеть города Симферополя и часть общественных территорий, таких как набережная реки Салгир и несколько скверов городских. Поэтому основная наша вид деятельности – это содержание улично-дорожной сети, как летняя, так и зимняя. Хватает ли снегоуборочной техники и сколько единиц? Снегоуборочной техники, наверное, хотелось бы еще. А также, как и любой другой снегоуборочной техники, повторюсь, у нас специализированных коммунальных дорожных машин 12 штук в наличии. А сколько хотелось бы? Еще бы десяток бы хотелось бы иметь нам. Но глава администрации нам идет навстречу, нам выделили в этом году средства. Мы планируем закупить несколько единиц специализированной техники, в том числе коммунальную дорожную машину. Но по прошлому году, скажу, нам наше предприятие крымское, Крымавтодор, также приходят наши коллеги, взаимопомощь, также приезжают, выделяют технику, и порядка 5-6 единиц техники дополнительно при необходимости они готовы будут выделить. У нас сейчас заключается контракт с ними, что при необходимости они готовы будут нам предоставить данную технику, если будет такая ситуация, что не будет хватать нашей техники. А контейнеров для противогололедной смеси хватает? Вот есть информация, что в прошлом году вандалы очень сильно попортили инвентарь. Мы их заменили. Мы же весной, когда закончился осенне-зимний период, у нас мы их демонтировали, покрасили, восстановили. Те, которые были, скажем так, пришли в негодность, мы их заменили на новые, поэтому с этим проблем нет. 247 реагентов, по нашим расчетам, вполне хватает, чтобы разместить их по всему городу и чтобы был доступ оперативный у всех наших сотрудников отдела санитарной очистки. Если сравнить с прошлым годом, то какие районы во время непогоды больше всего приносят неудобств и с чем это связано? Самые проблемные. Наверное, если это в разрезе зимнего содержания взять, мы понимаем, что это с учетом рельефа города, это прежде всего спуски и подъемы городские. Это всем нам хорошо известно, это, например, улица Кичкемецкая, улица Куйбышева, Турбазовский спуск, улица Акая, дорога на Акмечеть, улица Балаклавская. То есть везде, где есть рельеф, подъемы, спуски, им уделяется особое внимание. Мы совместно с органами ГИБДД, с Торнадзором, они нам сообщают, они также наряду с нами мониторят ухудшение погодных условий и при необходимости сигнализируют нам, что на данном участке необходима обработка противогололедными смесями. Мы по заявке отправляем туда технику и таким образом взаимодействуем. При условии выпадания обильных осадков, когда массово идет снег везде, также совместно с ГИБДД, в прошлом году у нас применялась такая практика, мы выстраиваем на наших магистральных проездных улицах, ставим снегоуборочную технику, так называемым каскадом, когда 3-4 машины одна друг за другом становятся, как, наверное, все мы видели в Москве на МКАДе. Впереди идет экипаж ГИБДД, чтобы никто не пострадал. Таким образом расчищаются магистральные дороги. На завтра синоптики вновь обещают очередной удар стихии. К чему готовитесь? Мы готовы круглосуточно, да, у нас на предприятии еще со вчерашнего дня все переведены в режим повышенной готовности, поэтому в 6 утра при необходимости также приступает основной наш состав, это порядка 300 человек выйдут на улицы, это также там 40 единиц техники. Надеюсь, что не будет такого повторения, как было у нас прошедшей ночью, но будем ликвидировать остатки, то, что произошло при необходимости. Усилимся. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Но это была программа Prime Time. Смотрите нас каждый день в 18:45.